Заливаются птицы только что. Кукушка куковала. Это стройка выходного дня. Строим дом. Утро очередного понедельника. Вот так смотрится наша крыша. Так что вчера рванули до поздней ночи. Так, ну что, не сошлось где-то, ну, вон видно здесь, вот так вот, а там сантиметр, может, какой-то выходит. В общем, немножко развернуто, потому что, когда мы крышу вскрыли, как мы думали, где лежит УСБ, оно лежит, естественно, не там. Оно получилось, лежало туда глубже. Старое, я имею в виду. Ну и в результате, да, там оно было, что немножко накосую, на каких-то эти 4-5 сантиметров разницы. Мы так померили и обрезали, что в результате также на косу и вышли. Ну, это возьмем и подумаем, как сделать, чтобы немножко срезать, выровнять это все. Или капельником выровняем. Одно из двух. Может быть, даже и капельником. Здесь вплотную, а там немного вперед выйдем. Так, ну, второй этаж вообще здесь не смотрится, и он от слова никак. Конечно, было бы желательно положить там балку. И это бы хотелось бы. И также сделать здесь. Но, ладно, надо думать, как это будет смотреться. В общем, надо что-то положить и смотреть. Но это вот надо срезать. Пока, конечно, оставляем, потому что и крышу подутеплять надо будет. Ну, и так далее, и тому подобное. Все-таки я решился утепляться, а там, как Бог даст, захотят поставить окна, значит, поставят. Не захотят, значит, и ставить не будут. Это уже как дети решат. Нам пока и этого хватает простора. Всем пока.